Так, отойди стой. немного вот сюда. Начинаем с своего дома. А мне ночь включать? Да, включай, включай. И что мне вообще надо сделать? Я включил ночь. Что еще? Смотри, тупо будешь ходить за мной, желательно от первого лица, и не трогать вообще никакие кнопки, невидимые и не невидимые, потому что они могут взорваться. Хорошо, давай. Зачем ставить кнопки, так, если ничего не взрывать? Загружаю. А, давай. Сейчас подлагает немного, наверное. Будем смотреть сейчас первый дом. Что это такое? Так, вход вот тут. А, это для темноты, да? Коробка. Да. Типа ночь. Дом, типа хэллоуинское оформление. Что-то такое. Пампкин патч. А ну, что это вообще за дом? Вот такой? Это паук. А, сейчас я выключу фиксацию, я забыл. Страшный дом построил. Да нормально. Не бойся, там все нормально. Всё так, хорошо. Первое лицо, как ты говорил. Да, сначала первый этаж посмотрим. Давай первый этаж сначала. А, ну, в принципе, выглядит не страшно. Ну, это понятно. Торт? Да. Нормально. Диван из хлеба? Да. Кто такое строит? Диван из хлеба. Так многие делали диван в 2018. А, ну ладно. Это старый стиль, old school. У меня вообще хлеб. Давай на второй этаж, может, пойдем? Стой, я хочу окрестности. А, давай еще. Что, типа ты сделал паука, кнопка, можно нажать? Да. А, типа так стоишь от первого лица, нажимаешь на кнопку, тебя паук кушает. Ну, если считать, что ты это делал за 3 дня, то это даже неплохо. За 2. Ну, за 2, да. Даже. Так, фонтан еще сделал. Он довольно круглый, конфет. Иди сюда, иди сюда. Речка. Смотри, видишь тыква? Ну? Нету тыквы. Зачем? Дерево. Тут еще такой вот проход, но он закрыт. Он закрыт, потом мы его откроем немного. Нет, давай сейчас открой. Не, это для самого конца, это только в самом конце нужно будет. Ладно. Это концовка. Так, давай тупо. Стой, не идите туда, не идите туда. Я паркур нашел. Это тоже для концовки. Тупо ходите за мной. Тупо идем за тобой. Так, ладно, погнали на второй этаж. Тут вроде все нормально, ну. Кетчуп капает. А куда идти надо? Дайте. Тут это, иди, тут еще балкон есть. А. Стул упал там, стол. Круглое все. Ну за 3 дня очень хорошо даже. Куда теперь? Так, ну давай посмотрим на это. Видишь, там с чердака капает что-то, краска. Да. Шли на чердак теперь. Как? Там паркур на чердак. А, сзади который? Который я хотел пропрыгать. Да. Оп. Даже паркур сделал. Тут уже кто-то есть даже. О, привет. 1007. Вот дырка в чердак. Так, все, башки плывут совсем. Так. А что такое страшное строить? Да что нормально? Это кетчуп. А это манекен. Кетчуп? Кетчуп с топором. Ладно, давай теперь выходим. Обсидиановый. Давай. Смотри, теперь, смотри, могила, видишь? И в нее зайти можно? Ай! Нет. И теперь сама дверь открылась, когда я взорвал могилу, смотри. Теперь погнали сюда. Так, тут чел, его можно освободить. Оп, все, мы доброе дело сделали. А веревку убрать? Ой, когда ты его запинал. А, это летающий человек. Ты его запинал. Тут сюда можно лечь. Он сам. А, блин, я гений немного. Я забыл тебе одну штуку показать, кстати. Кнопка. Стой, не нажимай туда, окей? Ладно. Пофиг, я ты уже нажал. А ну что делается? Что такое вообще? Не садись. Это нормально. Это ай, а что вообще происходит? Краснодаре. Короче, у нас что-то отлепилось и улетает. Все, я да. Упал. Сейчас, это еще не все. Я тебе последнее место забыл показать. А это вообще где? Дом для чего? Кто? Дом для чего? Не знаю, это дом маньяка вообще. На прохождение эта карта или что? Не, это просто чисто, чтобы тебе показать. А, ну ладно. Я сюжетку такую сделал. Сейчас, иди за мной еще одно место. Иду. Страшный дождь. Что это такое? Это база его. Сюда можно лечь. А здесь? Согласен. Так, ну очень что мило. Теперь? Милашка. Кстати, видно только мою улыбку на этом фоне. Все видно? Так, ну и все получается, да, в этом? Ну, не знаю, можешь еще посмотреть здесь что-то. Вроде бы еще есть. Алло? Вроде бы? Ну, вроде. Здесь очень много мест. Ну, здесь можем есть сейчас паук, пойти. Который кушает людей. Стой, а ты увидел вот это сейчас? Что? Ну, оленя видел? Какого оленя? Вот этого. Нет. Больше на слоника похож. Знакомься, это олень. Так, а давай лучше ты мне все покажешь, а то искать будет очень долго. Ну, давайте садимся, покушаем. Да хватит мой торт портить! А что тут такого? Не знаю, просто тут картины такие, ну, просто рамочки. Так, я свою порцию съел. А секретки, может, покажешь? А секретки? Ну, давай посмотрим, что вообще есть.
Но за 3 дня что-то построят. Но домик красивый. Может, где? Это... Ну, можем прямо смотреть на детали. А ты где? А я не знаю, где ты. Я вышел, я возле паука. А. Так, получается, первая секретка это паук, и все. Больше. А, кстати, ты видел вот эти росточки, видишь? Это гарпун? Да. Ну, реально, росточки, ой, тебя. Это новогодний гарпун. Это как это называется? Это кто? Трава, которая очень любит кушать людей. Вот так. Да. Сейчас вот такой гарпун. Да, ну, здесь поймает. Ну, я понял. И он зеленый покрашен. Ой, боже. Да, в зеленый желательно его покрасить. Вот. Ладно. Получается трава. В общем, тут все круглое. Ну, тут типа кровавая речка, тут маленький такой. А я думал, она из конфет. Островок. Да, вытекает. А, тут дерево вот упало, смотри, видишь? Да, вижу. А, можем еще вот тут дерево. На деревья смотрим. А, ну да, и вниз. Правда, мы упали. Это уже не работает. А чё Арти микрофон выключил? Кстати, Арти, ты будешь мне поставить? Ну, собственно, можно еще. Так. Можно сделать этот дом разрушенным. Тут еще, кстати, эти вампирские гарпуны, они как летучие мыши. Я чисто наблюдаю. А. Что? Ты видишь, тут дом сломался? Ух. Ну, вижу, сам. Давай на обломки посмотрим хотя бы. Блин, эти обломки прикольно выглядят. Кстати, там на стене эти меч был. Ну, который за 3 дня строить. Так, ну, собственно, по факту-то это все, не знаю.